Важная информация для автолюбителей. Завтра перекрывается движение на улице Березка от Терешковой до проспекта Дзержинского. Будут проводиться ремонтные работы в проезжей части. Значит, общественный транспорт будет пропускаться, а значит, личный транспорт не будет пропускаться. То есть приносим извинения за это временное неудобство. Точную дату завершения работ на улице Березка назвать пока не могут, поскольку переменчивая погода вносит свои корректировки в планы дорожников. Но между тем, с завтрашнего дня стартует ремонт полотна еще на нескольких городских артериях. Работаем на улице Березка, на улице 9 января и работаем на пересечении Шевченко, улица Люшенская. Сегодня вышли специалисты-геодезисты, они, значит, отстреливают точки, определяют, куда производить водооттоки, как будет меняться верхний слой, и за следом за ним уже пойдет техника, фреза и так далее. При этом в администрации Оренбурга подчеркнули, класть асфальт в дождь никто не будет. В мокрую погоду у дорожников найдется другая работа, они будут устанавливать бордюры и колодцы.